Всем привет, ребят! Ну что, как обычно, у нас утро начинается с обзора рынков, разных акций. Попробуем коды повыводить. Я на некоторых аккаунтах накопил достаточное количество итемов, и мы пооткрываем, попробуем коды повыводить, посмотреть, что же у нас еще есть, чего нету. Ребята написали в комментах под предыдущим видосом. Тоже комменты, кто что открывал. Я попробую сейчас отдельные пооткрывать свои. В общем, поехали. На русском ничего в принципе не поменялось, кроме вот такого вот набора накопления. Его обычно в воскресенье продают, поэтому если вы хотите донатить, то донатить выгоднее. В воскресенье вы получите бонусом еще такие вот плюхи дополнительно. Я считаю, это очень отличные плюхи, поэтому не спешите. Понятно, что бывают акции, которые хочется сразу в субботу зафигачить, а потом в воскресенье сидишь и смотришь. Так, колесо. Больше ничего такого нету. Окей, поехали. Поехали, посмотрим следующие кодики, что они дают. Так, у нас есть 6, даже больше. Давайте так сделаем. 2, 2, 1, 1. А, оно не даст нам так соединить, если 3. 3, 3, 1, 1. Давайте такой вариант. Так, ящик красных кристаллов. L. Хорошо. А если сделаем вот так? Здесь сделаем по 3. Соединить. 60 самоцветов, ребята, это ничего себе, это целых 60 самоцветов. Ну, в принципе неплохо. Так, окей, целых 60 самоцветов. Так, давайте попробуем теперь. Двоечки всем зафигачим, проверит. Нет, двоечки не буду, потому что потом будет неинтересно. Вот такой давайте кодик сделаем. 2, 4, 1, 1. Чик. Сущность мастера. 2, 10 штук. Неплохо, неплохо. И все, больше здесь мы ничего не можем открыть. Окей. 60 самоцветов. Надо... А, не, все-таки 60. Это не эти самоцветы. Окей, поехали дальше. Поехали посмотрим, что там у нас есть на английском сервере. Что интересного на Англии добавили, какие плюхи, тоже что-то подумаем пока дам. Такс, так, черри подают, ничего себе, перепуля. Такс, окей. А вы пишите, ребят, в комментах, кто что еще открывал, того, чего нет под предыдущим видосом. Либо просто пишите, какие коды вы знаете, пусть другие ребята тоже видят это, чтобы всем было комфортно и удобно. И тут у нас что-то опять акции начали подвисать. Что за фигня? Что-то последнее время английский сервер бывает как-то странно подвисает. Что с тобой?
Вообще просто, просто какой-то трэш. Что с сервером случилось? О, наконец-то раздуплился, нифига себе. Так, смотрим. Пират какой у нас сегодня. Фри. Что нам за фри? Вот, смотрите, два. Ну, неплохо, неплохо. Два ящичка получили. Так, ну пиратик это такое, поехали сразу в лаб, здесь ничего нету и потом на рынок залетим. Посмотрим, что там у нас интересного на рынке есть на английском сервере сегодня. Так, это то, что у меня есть, и делаем вот так вот. Троечки мы с вами делали, давайте попробуем. 4, не даст тогда. 3. Давайте вот такой вот код попробуем. 3, 1, 1, 3. Так, опять эссенции, ну, те же самые. Вот эти вот эссенции дали, ну, неплохо. Они по 15к, по-моему, если я не ошибаюсь. Эссенция мастера. Так, хорошо. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. Давайте такой попробуем. Опять 60 гемов дали. Понятно. Так, что мы тут еще можем сделать? 3, 1, 3, 3, 1, 1. Ну, мы его уже делали. Я не знаю, есть ли смысл, нету смысла уже его пробовать. Только чисто сольем. Лучше завтра что-то новое придумаю. Так, поехали посмотрим, что у нас по рынку. Что-то сервер английский подвисает, походу. Давай дупляйся. Что это такое? Это просто жесть. Вот, наконец-то. Так, большой пак. Довольно-таки неплохой. Надо будет забрать, взять эмблемки себе. Так, что у нас еще интересно есть? Паки тут, ну, такое. Здесь за 5 баксов неплохой пак. За 100 уже 15 продают. Картсмены. Оккультист подешевел. Всего лишь полпака уже стоит, неплохо. Так, ну и смотрите, какой набор накопления хороший. Третьи сундучки. О, это надо будет забирать. Скин. Полфоба вы получаете. Неплохо. Так, окей, поехали посмотрим, что там у нас есть сегодня. Кстати, я вот обновил сервак. Сейчас я только его найду. Он сместился у нас. Это, по-моему, Португалия. На Испании ребята вчера присылали. Короче, на Испании, на испанском сервере. Сейчас увидите халяву за один самоцвет. Это, по-моему, не испанский. Это наборчик. Вот смотрите, какие плюшечки. Испания или нет? Нет. Это, по-моему, Португалия. Как вам пиратик? Хорош, да? Действительно хорош. Нет, это не оно. Это Португалия, у меня Испания сейчас где-то сместилась у нас. Немку я показывал. По-моему, вот это. Взглянул, где-то сместилась. Короче, там набор за самоцвет просто бешеный. Или это Италия? Я, по-моему, это. Да, Испания.
Вот. Испанский сервер, ребят. Смотрите наборчик. За один самоцвет. И он уже третий день. Неплохо тогда. Неплохой набор. Сразу два героя можете прокачать. 750 самов. 13 этот. Ну, все остальные такие же, как и везде. Опять же, оккультист. Ну, это понятно, это донатная акция. Здесь вы можете собрать сразу же, видите, осколки падают. Тоже. У нас, кстати, уже давно на русском сервере не было. Я не знаю, что так. Ну, хотя, в принципе, я знаю, что так. Халту халявит. Так, это что-то какие-то награды. Какие-то плюхи. Так, это алхимик. Это бинго. Два в одном. Не знаю, я просто испанский еще не изучил, только Тайвань. До испанского еще не дошел. Проспектор. Эмулейшн. Бинго. Не знаю, что это за награды. Так, понятно все. 10x. Бочечка. Вот посмотрите, блин, ну просто крутые плюхи. Если за 1500, давайте сейчас жахнем за 1500 разок. Ну-ка. Нифига себе, чемпиона вытащили, Купидона. Просто мега, мега, ребята, удача. Триант. Вот так вот. Так, ну давайте еще забежим. Сейчас я попробую подключиться. Забежим. Посмотрим, что у нас делается на этом. На Айсе. Вот наш Айс. Так, что у нас тут есть? Магазинное безумие. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Зефир по 4, зефир по 7. Люди разгребают. По 4 не берут. Зажрались. Так, поехали. Ну, все остальное такое же, как и было вроде. Зайдем в события. И ждите сегодня видоса, просто обалденного видоса с этого аккаунта. Так, что у нас есть? Давайте попробуем так. Один, 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 пять. Вот такой вот вариант. 60 гемов. Так, опять не получится у нас уже так. А если так вот сделаем... 1, 1, 5. Так, сущность мастера. Так, что мы можем еще сделать? 4 выставить. И 2. Вот так вот соединить. Лаймбокс. Вот. 2, 4, 1, 1. Лаймбокс мы получили. Неплохо, неплохо. Ну, флеймбокс. Я думал, тут флеймбокс нормальный будет. 600 кулаков всего.
В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки и обязательно ждите видоса с этого аккаунта. Вы просто офигеете, ребята. Я просто сам в шоке был с того, что здесь было вчера на этом маке. В общем, всем удачи, такой же. Всем пока.